привет, ребята! Меня зовут Диана, и сегодня вы узнаете самые свежие новости о канале Funny Friends. А вы знали, что Арина и Ирина Анатольевна заболели коронавирусом? И многого интересного. Смотри в этом выпуске. А также, если ты не подписан, то не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить самые свежие новости о канале Funny Friends. Ну что, а мы начинаем, поехали! Злата ответила на очень интересный вопрос, на который долго не отвечала. Она сказала, что все поцелуи видео были настоящими. Многие начали писать, что вы с Олегом были просто друзьями, или уже нет. Также Злате задали краткие вопросы, на которые нужно было быстро отвечать. И вот что получилось. Английский или немецкий? Злата ответила французский. Алгебра или геометрия? Алгебра. Злата, ты любишь энергетик? Нет. Ну и как неприятный факт, Злата сняла видео, в котором показала, за что ее булили люди. Также многие мне писали, что Ирина Анатольевна не настоящая мама Арины и Олега. И мол, их настоящая мама — это какая-то тетка с белыми волосами. Ну а сейчас я вам покажу официальные доказательства от Арины, что учительница — это их настоящая мама. Мне даже не пришлось спрашивать вопросы в комментариях. Я хотела сделать, типа, вопрос-ответ. Сразу хочу пожаловаться. Меня бесит, что половину комментариев под моими видео состоят в типе... И ладно, это было бы парочку комментариев. Но нет. Их тысячи. Их миллионы. Перейдем к сути. Ирина Анатольевна твоя мама? Да. Олег твой брат? Да. Почему вы поменяли имена на канале? Потому что, когда комментарии еще были открыты, нам могли писать всякие гадости. Чтобы нам не было так обидно, их писали не на наши имена. А Арина сделала себе брови. Так выглядела до... И после... Я думаю, что красивее было без бровей, потому что она стала выглядеть немного старше. А вы как считаете? Арина и Ирина Анатольевна в сторис показали, что сидели 2 недели дома. И после 2 недель ходили на рентген, чтобы понять, что все хорошо. А после этого сразу пошли на маникюр, потому что долго не делали. На рентген ходят сейчас только те, у которых... которые просидели на самоизоляции в дома 2 недели. Скорее всего, у них был ковид и мог еще заразиться Олег, потому что они семья и живут вместе. Также Злате заблокировали Инстаграм, потому что ей тогда не было 13 лет, а ей уже 14, но все-таки ей еще не разблокировали, и она ждет, пока его разблокируют, потому что у нее там 300 тысяч подписчиков, и очень жаль терять такую страницу. Ребята, и я надеюсь, что вам понравилось новое видео про маму Леди Дианы. Если да, то поставил лайк. И если ты еще не подписан, то не забудь подписаться, чтобы не пропустить еще много таких классных видео. И желаю вам классно отпраздновать Новый год. Ну, до скорой встречи, всем пока-пока!